Здравствуй, многомиллионный зритель. Пушкин Александр Сергеевич. В те дни, когда мне были новые все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пение соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенные искусства так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений тоской внезапной осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу холодный яд. Неистощимой клеветою он провиденье искушал. Он звал прекрасное мечтою. Он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Спасибо.